Легкая в общении, легкая в танце, она с такой же легкостью согласилась провести занятия с кировскими студентами колледжа культуры. Ксения Шатилова на сцене филармонии показала несколько упражнений из современной хореографии. Ножки по второй позиции по широкой поставьте. Вот, давайте. Выпускница Пермского хореографического училища, ее специализацией был классический балет. Но попав в труппу Евгения Панфилова, она быстро адаптировалась и к современным танцам. Некоторые хитрости Ксения раскрыла на этом мастер-классе. Ребята, они учатся классическому танцу, народному танцу, а современной хореографии не так уж и много. И когда мы приезжаем, допустим, на сессию, нас всегда просят давать мастер-классы. Мы с удовольствием даем, и ребятам очень нравится, потому что это как бы более свободно. Они открываются, не только там физически, но и эмоциональный выплеск идет очень сильный. И как бы это обмен такой происходит, и очень здорово, мне очень нравится. Артистка призналась, что такой обмен вдохновляет ее на работу, помогает старые роли вносить свежие нотки. Так, например, Ксения уже 4 года танцует в балете «Джульетта», исполняет главную роль. Классические базовые навыки в труппе пользуются спросом, но много нового пришлось постигать. Было сложно в том, что много силового, на руки пришлось вставать, делать какие-то акробатические движения. И, ну, постигать современную хореографию есть... Такое направление, где наоборот наша школа мешает, нам приходится как-то себя переучивать, потому что мы работаем с разными хореографами, и везде разная техника совершена, а где-то наоборот помогает. Студенты Кировского колледжа культуры получили уникальную возможность перенять опыт у Ксении Шатиловой, а все любители балета 27 марта смогут увидеть ее и других солисток балета Евгения Панфилова на этой же сцене вживую. Программа «Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир» составлена из лучших танцевальных миниатюр, которые при жизни поставил знаменитый хореограф Евгений Панфилов. Они удостоены всевозможных призов на российских и на международных конкурсах. Также кировчане смогут увидеть одноактный балет «Отторжение». Это некий перформанс, то есть драматический спектакль в танцевальной пластике. Вот, он показывает... Там нет тоже конкретного сюжета, но... В общем, это балет о тяжелой женской судьбе. Вот, на самом деле, о переживаниях женщины. 27 марта сцену филармонии покроют специальным линолеумом, и балерины, без опаски посадить занозу на ступни, представят кировчанам танцевальные номера, которым рукоплескала публика и в России, и за рубежом. Эдуард Пенюкжанин, Андрей Новиков, Бюро новостей, Давич.